Артем и Никита Донсковы, несмотря на разницу в возрасте, всегда гуляют вместе. Их точка притяжения – сквер рядом с домом, в котором расположена современная детская площадка. Новое покрытие в игровой зоне не только яркое, но и бугристое. И если первое проектом предусмотрено, то второе – нет. Такая поверхность безопасности прогулкам не добавляет. Не знаю, кто это был, но там девочка бежала и споткнулась. Сильно упала? Да. Вон, прям вот на камне. Работы по благоустройству этой площадки завершили совсем недавно, буквально месяц назад. За такой короткий срок износиться покрытие не могло. Площадка сама очень красивая, она впечатляет, и как весь этот как бы сквер такой спортивный для отдыха. Да. И мы бы хотели, чтобы это дольше прожила эта площадка, ну, само это покрытие, понимаете? Чтобы его не менять каждый год. Проблема в самом качестве резиновой крошки. Поставщик прислал бракованный материал, говорит представитель подрядчика. А вот причина неровностей в прямом смысле оказалась зарыта. Бугры образовались в тех местах, где раньше стояли старые игровые элементы. Здесь раньше стоял, допустим, карусель, какой-то комплекс, где было забетонировано. Ну что, нужно поднимать и срезать. С представителями управления благоустройства согласен и подрядчик. Исправлять ситуацию будут кардинально. Полностью снимут слой резиновой крошки и заменят на новый. У них такая вот, можно сказать, парковая зона с действующим фонтаном, с великолепной спортивной площадкой, с великолепной детской площадкой. И вот то, что мы здесь замечаем какие-то недостатки, которые оперативно устраняются, это, в общем-то, положительный момент. Все недостатки подрядчик устранит в ближайшее время. Чтобы сделать работу быстро и качественно, задействуют 10 рабочих. И тогда никакие бугры не смогут испортить прогулку местным девчонкам и мальчишкам. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».